В пятницу 10 февраля в Кашхабской районной библиотеке состоялась презентация книги «Аграрные хроники Адыгеи» кандидата экономических наук, обозревателя газеты «Советская Адыгея» Сергея Михайловича Бойко. На мероприятии присутствовали герои книги, газетных публикаций, работники сельского хозяйства, ветеран агропромышленного комплекса, учащийся 10 класса средней школы номер 2. Сегодня у нас в гостях уважаемые гости – работники сельского хозяйства, ветераны, друзья, коллеги Сергея Михайловича, Зехов Зураб Хазратбиев, депутат Госсовета ХАСА, Рашид Казбекович Тугуз, директор научно-исследовательского института сельского хозяйства, Апажихов Беслан Сагидович, а также учащиеся друзья, коллеги Сергея Михайловича. На презентации присутствовал и начальник управления культуры Рауф Хуря. Он отметил, что проведение подобных мероприятий в районе стало традиционным. Мне очень приятно вас всех видеть. Это стало доброй традицией. Презентации книг наших писателей для нас не новинка. Мне очень приятно сегодня познакомиться с Сергеем Михайловичем, познакомиться с его товарищами. Вы обратили внимание, что сидит здесь не просто человек, который пишет, писатель. С ним находится ученый, который занимается проблемами сельского хозяйства. Здесь находятся ветераны сельскохозяйственного производства Апажихов Беслан, который долгое время был председателем колхоза в одном из аулов Шабриновского района. Здесь находится Зехов Зураб, блестящий фермер, один из лучших специалистов своего дела в республике, работник управления сельского хозяйства района. Что я хочу сказать? Я хочу обратиться к молодому поколению. Именно к ним, потому что я к ним неравнодушен, как человек, который не один десяток лет проработал в школе. Когда-нибудь вы закончите школу. Каждый из вас выберет какую-то профессию. Кто-то станет юристом, кто-то экономистом, кто-то врачом, кто-то кем-то еще. Но самое главное, что мы не должны забывать, мы все должны стать порядочными людьми, кем бы мы ни были. Это мероприятие носит чисто воспитательный, не только просветительский характер. Мы с вами знаем, что каждый человек должен уважать и любить свою родину. А уважать и любить свою родину начинается с самых простых вещей. Первое – это с уважения своих родителей, с уважения старших, которые вас окружают. И, конечно же, мы должны с уважением и вниманием относиться к тем людям, которые делают очень доброе дело, но их труд не всегда заметен. Что мы знаем о сельскохозяйственном производстве? Смотрим телевизор, где-то там убрали ячмень, где-то убрали кукурузу, где-то посеяли какое-то поле. Вроде бы скучно, вроде бы неинтересно. Но дело в том, что эти люди дают нам то, без чего жизнь немыслима. Они дают нам хлеб, они нам дают продукты питания. Я хочу пожелать здесь присутствующим внимательно послушать то, что сегодня скажут наши взрослые, подумать о том, кто я, что я, что будет из меня завтра или через 10 лет, и сделать правильные выборы. Всем вам большое спасибо, и еще раз большое спасибо Сергею Михайловичу за то, что он приехал к нам в гости, чтобы поделиться своими мыслями, пожеланиями. Спасибо вам большое. Далее слово было предоставлено другу и коллеге Сергея Бойко, доктору сельскохозяйственных наук Рашиду Тугуз. Я хотел бы, во-первых, поблагодарить, значит, организаторов сегодняшнего мероприятия. Очень приятно. Я человек очень такой, отслеживаю для себя, что творится в республике, для, тем более для района. Мне очень понравилось, что такое культурное событие такого уровня, ну, во всяком случае, задумано хорошо, исполнение мы к концу мероприятия посмотрим. Значит, обсуждение одной из серьезных для, я считаю, для республики, значит, публикаций, хроники республики, значит, аграрные хроники. Я так понимаю, что такого подобного, такого, значит, издания, такого, такой книги, таких книг не было выпущено вообще в Адыгее. Поэтому, Сергей Михайлович, за издание этой книги огромное вам спасибо, за мысли, которые, значит, таким доступным, понятным, великолепным языком изложено, именно популярным языком, который понятно именно будет молодежи. Если молодежь будет это читать, то это будет очень понятно и качественно. Значит, все действительно значимые люди производства сельскохозяйственного, все значимые люди, в том числе и присутствующие здесь, которые принимали участие, вот я так понимаю, от послевоенного времени до настоящего, всех вы практически затронули.
кому посвятили абзац, кому посвятили, значит, главу, кому две строчки. Но тем не менее, я считаю, что лучшего публицистического, значит, такого труда не было в республике за это время. И хочется, знаете, вот на самом деле поблагодарить. Еще раз я хочу организаторов подчеркнуть, что молодежь обязательно присутствует здесь. Почему? Потому что это мероприятие для будущего поколения. Только для них, только для вас. Вот вы должны знать, а наше поколение, которое что-то сейчас делает, есть такое, значит, мудрое выражение, кто выстрелит в прошлое из пистолета, будущее в него выстрелит из пушки. То есть, если мы не будем знать свое прошлое, то мы не будем знать, что делать дальше. Поэтому для изучения прошлого великолепное издание, Сергей Михайлович, я вам от научного сообщества говорю также огромное спасибо за этот труд. Значит, и что хотелось бы действительно сказать в духе вашего выступления, которое мы все слышали. На самом деле Кашхабльский район выделяется, значит, действительно своим трудом, своими подходами. В частности, здесь вот сидит наш коллега давний Зураб, я очень рад тебя видеть в таком, тем более, культурном мероприятии. Мы вечно с тобой пересекаемся где-то на других мероприятиях, а сегодня, значит, человек, который понимает и науку, и поддерживает, и один из тех, кто, несмотря на долгое, значит, такое сложное отношение к научным учреждениям, поддерживал и распространял наши сорта в Кашхабльском районе. Я также тебе огромное спасибо. Ты в этой книжечке, я видел, неплохо отображен, Зураб. Значит, надеюсь, что молодежь, которая присутствует здесь, тоже попадет в аграрные хроники будущего поколения уже. Поэтому всем огромное спасибо, всего хорошего. На встречу к Сергею Михайловичу пришел и его давний друг, житель аула Кашхабль, Беслан Сагидович Апожихов. Очень приятно сегодня присутствовать на этом торжестве, поскольку мы даем путевку в жизнь книги Сергея Михайловича Бойко, книги, которую написал мой давний друг, соратник. Мы вместе с Сергеем Михайловичем проработали очень долгие годы в соседнем районе. Было и хорошее, было и плохое, и тяжело, и легко. Но Сергей Михайлович всегда отличался тем, что всегда находил выход из данной ситуации, какой бы трудной, тяжелой она ни была. А у него была нелегкая ноша – быть вторым лицом в районе. Тем более в то время в передовом районе почти России знамя в честь шавгеновцев на ВДНХ Советского Союза. Долгие годы висел, ну, флаг был поднят. Там три или четыре героя соцтруда, депутаты Верховного Совета СССР. И имея все это за спиной, руководить таким районом, поддерживать, поднимать уровень сельскохозяйственного производства. Это не так просто и легко было. Но с этим справлялись руководство, в их числе одним из лучших первых был Сергей Михайлович. Я хочу пожелать, Сергей Михайлович, зная вашу семью прекрасную, вас долгие годы, пожелать вам самого прекрасного. А то, что не купишь, не подаришь, не украдешь, это здоровье. Здоровья вам, Сергей. Спасибо. Остальное, я думаю, вы справитесь. Удачи вам еще на долгие-долгие годы. Спасибо. Это ваша книга. Прочтя эту книгу, ознакомившись с ее содержанием, многие молодые ребята, да и пожилые люди, узнают много нового, которое они не знали. Оно-то не новое, но они ознакомятся со многими вещами, которые происходили в сельскохозяйственном производстве соседнего района и Адыгеи в целом. Вам большое спасибо, дальнейших успехов. После выступления гостей ведущая ознакомила присутствующих школьников с биографией Сергея Михайловича Бойко. В разные годы работал инструктором сельскохозяйственного отдела Адыгейского обкома партии, вторым секретарем Шавгеновского райкома КПСС, председателем райисполкома того же района. С 1990 года Сергей Михайлович – заместитель председателя Адыгейского областного государственного кооперативного агропромышленного союза, заместитель министра сельского хозяйства. С
2002 по 2006 работал в аппарате кабинета министров Республики Адыгея. Затем в течение года исполнял обязанности министра сельского хозяйства Республики Адыгея. С 2007 года сотрудник отдела экономики республиканской газеты «Советская Адыгея». Работая сотрудником газеты, у Сергея Михайловича возникла идея создания сборника. 100 опубликованных в «Советской Адыгее» наиболее значимых статей и интервью по проблемам развития сельского хозяйства он объединил под общим названием «Аграрные хроники Адыгеи». Сам автор книги, в свою очередь, поблагодарил инициатора встречи и отметил, что Кашхабльский район во все времена славился своим гостеприимством. Ну, так случилось, что вся моя жизнь связана с работой в Министерстве сельского хозяйства, в научно-исследовательском институте сельского хозяйства и со всеми районами республики. Вот как пальцы на руке, все районы, как бы представители всех районов, мне дороги и близки, крестьяне, потому что это все они добросовестные и трудолюбивые люди. Но даже в этой славной семье особо выделяются представители Кашихабльского района. Вот первый пример. Почему? Вот моя книга вышла недавно, но первая конференция вот, или презентация этой книги проходит именно в Кашихабльском районе. Она проходит не по моей инициативе, она проходит по инициативе представителей Кашихабльской районной библиотеки, то есть славного Кашихабльского района. И другое хочу сказать. Ну, как-то в жизни был у меня такой момент, мне предложили на второй заход пойти в Министерство сельского хозяйства. Я прекрасно знал, что там разброд и шатание, нет денег, нет техники. Ту ситуацию я владею, я всю жизнь этим занимаюсь. И, конечно, у меня не было желания идти. Но как бы пришлось идти, потому что надо было. Как бы меня попросили мои друзья и так далее, и так далее. И я с плохим настроением как бы уже в субботу, помню, вышел на работу. И так получилось, что надо было приехать в Кашихабльский район и проехать, ознакомиться с ситуацией. И вот я как бы настроенный на то, что я знаю ситуацию, даже думаю, что я приеду и услышал. Я к своей радости, к огромной, да, я встретил кашихабльцев с хорошим настроением, с хорошими делами. И они встретили меня очень-очень от души. Значит, вообще району присуще серьезное отношение к вопросам сельского хозяйства. И администрации района, и управления сельского хозяйства, и специалистов хозяйств района. И вот я помню, что в этот день мы проехали по всем сельским поселениям, встретились с главами, с руководителями хозяйств. Мне показали такие образцы труда, такие образцы самоотверженности, профессионального мастерства, что к концу дня мое настроение изменилось. Намного. Я себе так сказал, ну, если наши крестьяне, кашихабльцы, так с таким настроением работают, несмотря на все дела, то чего же нам, чиновникам, как бы унывать? Надо помогать им становиться рядом и вместе с ними двигать дальше наши дела. Вот это я хотел, чтобы услышали те, кто меня еще помнит, и те, кто сегодня продолжает наши дела в районе. Сергей Михайлович коротко рассказал нам о содержании своей книги, а также о своих дальнейших планах. К чтению и к писанию, ну, это моя как бы природная тяга, со школы как бы во мне это проявилось. Я всегда, и работая на разных работах, я и на радио выступал, и писал в газеты наши, и в республиканские, и в районные газеты, тем более, когда работал. Поэтому я как бы, эта работа мне пришлась по душе, я пошел туда и начал там работать. Естественно, вопросы сельского хозяйства всегда были как бы для меня близки, понятны. Я ими и не искал других проблем, мне этого хватало всегда, и всегда было интересно. Но я и пытался сделать, чтобы это было интересно и моим читателям, и слушателям. Итак, вот я уже в июне используется 10 лет моей работы на журналистском поприще. Я так прикинул, что если я 40 статей пишу в день, в месяц, извиняюсь, то я уже более 3000 статей написал. Значит, из этих статей уже есть что выбрать. Вот я выбрал сначала первый сборник, издал «Аграрных хроник Адыгеи», я назвал такую тему.
Второй сборник аграрных хроник. И вот в конце прошлого года вышла третья, последняя книга, которую как бы, я намерен на этом как бы, закончить. Не потому, что эта тема мне как бы, перестала быть интересной, но просто, знаете, во всяком вопросе наступают какие-то этапы количества, качества и так далее. Поэтому, может быть, и другие планы какие-то появляются, что-то такое. Поэтому пока вот остановимся. Но эта книга как бы о моих коллегах, о моих... Я старался описать о том, с кем я работаю, с кем работал. К сожалению, не у всех, не о всех успел написать. Еще буду стараться как бы успеть, потому что стремительно круг друзей сужается, люди уходят. И долг живущих, конечно, помнить о тех, кто был с ними и кто сейчас, тем более, продолжает это дело. И так вот родилась эта книга. Она состоит из нескольких разделов. Это разделы о работе крестьян, это личных подсобных хозяйств, или современная терминология называет их домашнее хозяйство, сейчас и ЦСУ, или Госкомстат. Фермеры. Это люди, которые мне очень близки. Я защитил свою кандидатскую диссертацию по созданию фермерских хозяйств. И третий раздел – это, конечно, крупное хозяйство, которое я считаю, за которыми будущее, которое когда-то вытащит наше сельское хозяйство вот, из нынешнего его состояния такого проблемного. В этой книге я впервые вот, изменил и добавил в серию. Они приближали День Победы, потому что как бы, вот, в связи с празднованием 70-летия Победы Советского народа в Великой Отечественной войне, как бы, я познал некоторые моменты, очень интересные, на мой взгляд, и мне захотелось их донести. Ну, в этом разделе там есть, скажем, о матери Кима Масхудовича Дыбагова, заслуженного гражданина Кашахабльского района, ну и о других людях, в том числе там о моих родителях есть. Я как бы... Я считаю, что все, что есть в моей жизни, это связано с ними, поэтому я как бы о них тоже оставил память. Ну и там есть интересные разные вещи, это надо прочитать. Каждая книжка включает 100 статей, это 300 как бы статей написано, вот, в трех книгах вышло. Книга эта, я представляю так, представляет интерес, конечно, для работников сельского хозяйства, она написана о них и для них. И я очень благодарен кашихабльцам в лице руководителя вот, районной библиотеки Марины Харконовой, которая первой открыла как бы, вот, публичное обсуждение моего скромного произведения. Я работаю в газете. Мы, как бы, журналисты, наша задача объективно отражать то, что происходит в нашей жизни, поддерживать у людей хорошее настроение, несмотря ни на что, выискивать как бы вот, в нашей повседневной действительности положительные примеры, чтобы поднимать людям настроение, писать о тех, кто может служить для них примером, и рождать у людей надежду на хорошие дела и на хорошее будущее. Поэтому как бы, мы, вот если секреты раскрывать нашей профессии, мы, к сожалению, вот, принадлежим текучке, если так вот коротко сказать. Вот я сегодня ехал сюда, но я сегодня в номер выдал две статьи еще, потому что там должна выйти моя страница, как бы и должна заполниться. Но а все равно в голове, конечно, есть какие-то планы, которых личные, наши творческие, так сказать, планы, которые бы мы хотели еще осуществить. Например, я много писал о этой такой злободневной проблеме, как коммунальная реформа в нашей Адыгее. И мне помогали многие подвижники коммунальной реформы в нашей республике. Мурат Джамбутович Кубов, он, его отец родом из аула Хакурина Хабль, он как бы человек, который на этом поприще заслужил общественное призвание. Вот вышла, я очень рад, что буквально недавно вышла моя статья о нем. И вот все перипетии этой сложной коммунальной реформы, которая, конечно, затрагивает буквально все население и Майкопа, и всех районов республики, я тоже хотел бы написать. Честность, объективность, вот эти подходы, к которым я стремлюсь, и как это получается, судить, конечно, читателям, не мне.
Хотелось бы, конечно, такую книгу написать, чтобы там охватить и Майкоп, и районы. Как бы в моем компьютере все это есть, но все это надо собрать. Знаете, вот наши книги, вот такие вот сборники, это, как говорил Проспер Меремя в свое время, по-моему, это букет полевых цветов, в которых мы, писатели, как бы всего лишь красную ленточку как бы приспосабливаем, чтобы собрать это, объединить и как бы, ну, в готовом виде подать читателю. Вот так мне надо будет и по коммуналке собрать, если как бы успею и смогу в наших повседневных делах. Хотел бы вот в заключение, что я с большой симпатией и больше скажу, с любовью отношусь к жителям Кашихабльского района. Я с ними в разных ситуациях сталкивался. Я сказал, что они мне поддержали дух в свое время, и поэтому я, вот это воспоминание в моей душе живет. Я хотел бы всем пожелать доброго здоровья на долгие годы, добрых перемен в нашей жизни, в стране, в республике, в районе, в их семьях. Пусть будет все хорошее, чтобы пусть этот трудовой район как бы получит то, что он заслужил